Всем привет, с вами Фен. Сегодня я вам покажу, как сделать из таких обычных шорт вот такие шорты с заклепками. Вам понадобятся такие заклепки, я заказывала на сайте ebay.com. А сейчас я вам покажу, как, собственно, я использовала эти заклепки и что у меня с этого всего получилось. Как видите, мне пришел в течение месяца вот такой пакетик с такими небольшими клепками. Очень с острыми краешками, так что будьте осторожны. Самое главное, это аккуратно и очень ровно разметить линию, чтобы эти заклепки были в один ряд. Вы прикладываете, хорошо прожимаете, с другой стороны у вас появятся вот такие небольшие лапки, и теперь вам их нужно аккуратно подогнуть. Я использовала для таких целей. Что у меня было, я взяла пинцет. Аккуратненько можно поджать и закрепить. Но здесь будьте очень аккуратны, чтобы такая лапка не выскользнула и чтобы она вас не поцарапала. Так что закинайте очень аккуратно. Вот так и закрепляется одна клепка. Далее вы продолжаете в таком же духе, и у вас получается что-то вроде вот такого. Если вы неправильно закрепили заклепку, вы можете также легко ее отогнуть и продолжать, пока не достигнете желаемого результата. Я вот так заполняла потихоньку, где-то на работу у меня ушло примерно минут 45. Я была очень довольна результатом, получилось очень аккуратно, красиво и ровно. К тому же у меня еще осталось буквально совсем немножко клепочек, которые я дополнила по краям шортика. И вуаля, у вас такие шорты с обворожительными заклепками. Мне понравился результат. Спасибо всем большое за просмотр. Ставь лайки, подпишись. Буду рада снова вас видеть на своем YouTube-канале. А на этом все. Всех целую, обнимаю. До скорой встречи. Пока.